рады приветствовать всех на курсе «Тайные знания старых мастеров». И сегодня у нас разговор пойдет о величайшем художнике мира, который настолько много успел за свою жизнь, что как будто бы это сделали множество людей. Он столько картин написал. Он стольких людей притянул к красоте, что я даже не знаю, как можно это все успеть. Его звали Тициан Вичеллио. Он итальянец, и считается, что он продвинул венецианскую школу живописи. Но откуда же ноги растут у того человека, который так закомандовал ситуацией живописной в это время, средневековье? Он в 1490 году родился, что он мог любые цифры называть за свои картины, любые. И Папа Римский, и кардиналы, и самые дорогие, ну, самые высокопоставленные люди мира того времени никогда с ним не спорили за цены его работ, потому что они просто не могли оторвать взгляд от того, что он сделал.